трибуны давили. Хорошую игру провел вратарь, поймал, получил травму. Видимо, там ребята особо прыгали в него. Молодцы ребята, терпели то, о чем ты говоришь, главное было потерпеть. И голов, конечно, мало забили, моментики были. Но тяжело играть здесь, да, трибуны, конечно, здесь очень давят на всех. Молодцы ребята, поздравляю, хороший результат. Игра, надо, конечно, будем работать, будем прибавлять. Игра была очень сложная, соперник нам был известен, так же, как и мы ему. Мы готовились упорно к этому матчу. Хочу сказать отдельное спасибо вратарю нашему. Героически для него получился поединок. Вышел, получил по лицу, но не сдался. Благодаря такому характеру мы...